Олег Степанович, ну кто мне в этом мрачном здании теперь будет комплименты делать? Уж точно не я. Олег Степанович, как хорошо, что вы здесь. Уже не здесь. Полчаса как на пенсии. Я вас очень прошу, одну минуту уделите внимание. Просили сотрудника одного утвердить, но тяжелый случай. Да. Вы отдыхали на море эти лет? Да. Вы брали когда-нибудь взятку? Нет. Палится на вопросе о взятке, значит? Угу. Дай листочек. Накачаешь его вот этим? Да. Давление резко упадет. Вопрос о взятке придет нормально. Нет. А вот жене Людмиле может завалить. Смотри, чтоб не окочурился. Проблема даже не в том, что мой зять идиот. Проблема в том, что он отец моего единственного внука. А это значит, что шансы моего рода сократились еще на 50%. Может мне уйти? Нет, деточка, пока не покушаешь, я тебя никуда не отпущу. Твою мать. Ната, действительно, оставайтесь с нами. Роди, поставь еще один стул. Мне понравился твой финт. Чувствуется рука Родиона. Папочка, а ты в курсе, что наша Олесечка решила стать артисткой? Да, она собирается поступать во ВГИК. Значит, появится еще одна кинематографическая семья. Папа, хватит. Неужели не о чем больше говорить? В конце концов, Олесечка впервые с нами обедает. Хорошо, хорошо. Все, меняем тему. Лесенька, девочка, а ты действительно надеешься, что Андрюша проживет с тобой 50 лет? Ну, конечно. 50 лет с одним мужчиной? Да. А что по этому поводу скажет подающий надежды режиссер Родион Романов? Роди. Роди. Папа. Ради бога, извините, я действительно бываю несносным, оскорбляю родных. Причем я всегда верил, что когда-нибудь справлюсь. Но видно, уже поздно. Вчера друзья сообщили, что мне полгода как 70. Спокойной ночи, милочка, спокойной ночи. Олеся, тебе не понравилось, да? Ты знаешь, не так страшно быть рогоносцем на втором десятке совместной жизни, но идти с этим под венец. Слушай, дед, я разбираюсь в женщинах. Я дипломат. Я часто видел, как третий размер груди
прежде дипломата в нечто менее благозвучное. С чего ты вообще это взял? Как ты думаешь, она принимает ванну по вечерам? Пахнет, да? Значит, слушай, зарегистрируйся на сайте оператора. Пароль придет ей на телефон. Закажи распечатку разговоров только на свой e-mail. Потом поройся в трубке и сверь, какие сообщения она чистит. В удаленных будет телефон любовника. Спокойной ночи, внук. Как душ? Великолепно. А кто такой макияж? Зачем он отправляет тебе столько смс, когда я на работе? Самое главное, почему именно их ты удаляешь? Следующие зимние игры пройдут уже в России. Подготовка к ним становится все более интенсивной. Например, Путин из информационного центра Сочи... Понятно. Ей все-таки не хватило мозгов не признаться тебе ни в чем. Да. Ты как догадался? Работа такая была. Когда она говорила про долгую жизнь с тобой, она все время смотрела на мобильный. Как будто именно с ним тебе изменяла. Связь. Подсознательная связь с телефоном. Ну ты даешь, дед. Блин. И словами «ну, дед». Ты, блин, даешь, внук выразил восхищение высшей школе КГБ и всему ее преподавательскому составу. Неужели всех людей можно так вычислить? Скажи, а мама изменяет папе? Ты высокого мнения о своей матери. Она почитает его. Все мои исследования в этой области за последние 25 лет так и не выявили ответа, за что именно она его любит. А бабушка тебе? Внук, ты приперся в 3 часа ночи, чтобы знать, имела ли твоя покойная бабушка, Галина Михайловна, пусть земля ей будет пухом, связи на стороне. А ему? Ну ты шути, назнай меру. Да, продвинутый дед ты мой. Может, ты и в ночные клубы ходишь? При Андропове ходил в космос. Это все вопросы? Или можно поспать уже? Просто день был тяжелый. Погулял по парку, покормил лебедей. Хотел сходить на могилу твоей матери, но было уже поздно. Пришлось идти смотреть фильм твоего мужа. Видимо, это было лишнее. Пап. Если я перестану говорить гадости про твоего мужа, ты меня вытащишь отсюда? Это шантаж. Договори хоть до утра. Но эту ночь мы проведем здесь. Ты останешься со мной, потому что я твой отец. И ты меня любишь? Ой, люблю. Не все дочери так поступают. Не каждая дочь волнуется, что ее 70-летний отец сбежит ночью из больницы.
Значит, фильм говно, артисты картонные, музыка Где он нашел этого композитора? В зале сидело 2,5 человека. Так ты будешь чай или не будешь? Сделай. Мам? Сынок? Привет. Здорово. Как дед? Уже выписался. Зайдешь к нему? Да. Заскочу к нему днем. А как у тебя дела? Ты где? Мам, погоди, у меня звонок с работы. Хорошо. Алло. Андрей? Да, привет, Колян. Я знаю, что опаздываю, здесь стоит все. Ты скоро? Да, я бросил машину, иду пешком почти у МИДа. Слушай, пришло твое назначение, дружище. Не может быть. В ранге 3-го секретаря. И куда? Назначить Романова Андрея Родионовича в посольство Российской Федерации. Майами. Нет, прости, не Майами. Ну, Лондон. Только не говори мне, что это не так. Ну, все-таки это твое первое назначение. Будет тебе еще Америка. Поработаешь пару лет в Армении. Наберешься опыту. Облом. Вчера я залез в Фейсбук. Решил таки найти свою первую любовь. Ее звали Валя. Какие у нее были глаза. Хочешь ее... Ей 73 года, внук. Вот это облом. Я хочу, чтобы ты понимал значение этого слова. Я Романов. Гриш. Можно? Спасибо, Анечка. Андрюш, рекомендую. Яичница с помидорами по рецепту шеф-повара местной авиакомпании. Авиакомпания так себе, самолеты старые, но яичница отменная. Будешь? Нет, спасибо. Ну, смотри. Значит, квартира у тебя. Спасибо. Приятного аппетита. В центре города. Красивый вид. Тебе очень понравится. Квартира как квартира. Воду можешь прямо из-под крана пить. Кухня замечательная. Но очень калорийная. Светлана у нас штатный ворчун, дипмиссия. Ну ничего, ты скоро к этому привыкнешь. Народ здесь дружелюбный. Но мужики все козлы. Включаю сотрудников дипмиссии. Да, и самое главное. Преферанс играешь? Да. Это очень хорошо. Потому что по пятницам, а то сегодня, мы играем преферанс с грузинским посольством. А мы с ним разве дружим? Ну хоть кто-то об этом вспомнил. Не, ну что ты. Не, никоим образом. У нас очень напряженные политические отношения. Но, а, преферанс на деньги. С нами больше никто не играет. Б. Мы у них постоянно выигрываем, что в очередной раз доказывает, что Россия великая держава. И В. Никто так замечательно не готовит баранину, как Зураб Чантурия, атташе по культуре. Озабоченный ублюдок твой Чантурия. Трогательный грузин с добрыми глазами. У нас Светлана просто его недолюбливает. Это единственное, чего наши еще не научились прослушивать. Как долетел? Без приключений? Да, вроде все нормально. Ты как? Кормлю лебедей, смотрю идиотские сериалы по телеку. В общем, счастлив. Слушай меня. Возьми авторучку, которую я тебе подарил. Включи ее. Выйди из квартиры и найди какое-нибудь глухое тихое место. Дед. А если я очень устал и хочу принять душ? Понятно. Набери меня через час.
Даже не думай об этом. Ну, ты просто выкини эту мысль из головы, и все. Какую мысль? Простите, я не совсем понял. Какую мысль? Примитивную, мужскую. А, вы ее сестра. Нет, она ее мать. Но это второстепенно. Она моя жена, а я очень ревнив. Я тебе сколько раз говорил, не выходи на балкон, когда меня нет. А ее сериалис больше не повторится. Чентурия, что с тобой? Умер кто? Он здесь. Ну что ему дома не сидится? Кто? Саакашвили? Ладно, познакомься. Это Андрей, наш третий секретарь. Очень приятно. Зураб. Чентурия. Атташе по культуре. Очень приятно. Это вам. Нино, знакомься. Андрей, моя жена. Здравствуйте. Добро пожаловать. Привет, Нино. Привет. Что с своим мужем, а? Женат? Нет. Не спеши. Патону Иракли, из Чемимеку Брабиариан, Русеты Сейл Чодан. Друзья, познакомьтесь, это мой тесть Иракли Константинович. Руслан? Очень приятно. Андрей. Андрей? Тебе надо жениться. Не тянись этим делом. Хорошо. Это вы, молодые, не показывайте друг другу фотографии своих бабушек и дедушек. А мы вам хвалимся. Кстати, как Олег Степанович? Жарат, что ты такие кислые? А? Теперь понял. Вы тот самый знаменитый кардиолог. Давайте сядем. Софико! Внучка, принеси фужеры. Бабу, армчали я ехла. Объясни дочери, что когда компьютер стареет, появляется новая версия. А когда я умру, новой версии уже не будет. Суфико, дедушка просил тебя принести фужеры. И что, бар? Это твое воспитание, ты понимаешь? Хах, это андастреб, веса ну и лапара кепсос. Камара. Баб, свихо, марвар. Чантурия. Ну почему вы все время зовете меня? Больше некому рюмки нести? Домашняя персиковая водка. Спасибо, но я не пью. Ищу свой дом. Брат, Грузия, на 150 километров севернее. Мне не надо в Грузию. Я русский. Россия. Еще дальше. Да?
И куда здесь на всех этажах Армения? Супер, да. Ау. Вы живы? Если на самом деле я валяюсь перед дверью, мне очень стыдно, и то, что я вижу, это результат смешивания коньяка с водкой. Наверное, да, я живой. Может быть, вам принести что-нибудь воды? Вы очень добры к незнакомцу. Ну, какой же вы незнакомец? Романов Андрей, третий секретарь посольства России. Наш новый сосед. Кажется, я даже окончательно протрезвел. Откуда? Добро пожаловать в Армению. А. На самом деле, принести воды? Нет. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Проглоти уже. Извините, моя жена не так воспитана, но пирожок лучше проглотите. Мы подождем. Простите, у меня грязные руки. Роберт. Наша дочь Анечка. Привет. Привет. Ее жених Артур. Моя свекровь. Это у вас, Скарлетт. Вначале они ее ласково называют мама. Потом по имени-отчеству. А теперь моя свекровь. Как будто даже имени нет. 25 минут, пап. Мама. Да ты, пока. Пока, сосед. Пока. Нет, у тебя еще 35 минут. Вы знаете, каждую субботу члены моей семьи, включая новоприбывающих, гуляют с моей мамой. Роберт. Я очень опаздываю. Нет. Я тебя прошу. Нет. Это дети. Целый класс. В них будущее. Нет. Хочешь, я эти 35 минут в следующую субботу отработаю? Нет. Хочешь, час? Нет. Слушай, когда дело касается родителей, торг здесь не уместен. Вон сессия релиз. И? Мама! Шокчи! До свидания. До свидания. Когда-нибудь дочь будет похожа на нее. Я очень на это надеюсь. А пирожок не ешь. Я знаю того, кто его готовит. Привет, дед. Внук, ты там встретил моего старого друга? Да. Он меня зовет на рыбалку. Я же могу тебя погостить. Что за вопрос? Между прочим, в понедельник я буду в Москве, я должен привезти диппочту, мы можем вернуться вместе. Тогда до встречи. Пока. О, моя дочь, я должен ответить. Алло. Папа, пап. Что случилось? Родион пришел пьяный, продюсеры зарубили его проект. Ну, их можно понять, у них дети... Жены. Их тоже нужно кормить. Это еще не все. Андрюшка неожиданно из командировки вернулся. А что случилось? Его что, уволили? Ты можешь приехать, пап?
Хорошо. Так и быть, маникюр будем делать в следующий раз. Привет. Ты давно тут? Да вот уже час слушаю бессмысленный храп родственников. Разве храп бывает другим? Вот представь себе, Андрюша, что наша жизнь — это большой котел, в который мы каждый день должны класть по камню. Я так всю жизнь жил. И есть люди, которые хоть чем-то обязаны твоему деду, пенсионеру. А покажи хоть кого-нибудь, кто благодарен ему за успех, за карьеру, да просто за хорошие отношения. Вот что значит внук бессмысленный храп. Дед, ты загнул, конечно, масштабно, но это же жизнь. Все в руках Божьих. Это ошибочная теория, Андрюша. Только часть проблем решается на небесах, а оставшаяся часть — на Лубянке. Дед, перестань. Мне понравилась одна девушка в Армении. Но у нее есть парень. Что теперь? Не на небесах решается, будем мы вместе или нет? Отчасти на небесах. Отчасти? Ей 23 года. Шатенка. Учится в Славянском университете. Подрабатывает официанткой в кафе. Есть ухажер Артур. 30 лет бизнесмен. Отец Роберт, стоматолог. Мать Лола, учительница рисования в средней школе. Откуда тебе это все известно? А ты, любезный друг, покумекай мозгами-то. Не знаю. У парня просто аналитический склад ума. Премного тебе, Родион, благодарен. В Ереване у тебя родственников нет? Свой человек в посольстве? Уровень второго класса начальной школы. Мне кажется, я заслужил сон. Заскочу на завтрак. Пока, пап. Подожди, откуда это все? Андрей, ты куда? Дед. Ты что, маньяк? Раньше я в тебе не замечал признаков эксгибиционизма. Гриша отпадает, не твой уровень. Правда? Девушка, не пугайтесь, это мой внук. Он дипломат. Так, а кто там больше всех не похож на чекиста? Добряк. Открытый души парень. Пофигист. Играет в преферанс в грузинском посольстве. Нет, он не похож на чекиста. Но именно он. Руслан. Спокойной ночи, внук. Спокойной ночи, дед. Добро пожаловать. Спасибо. А водитель посольства вообще похож на серийного убийцу. Он почти не разговаривает. Если хочешь что-нибудь выяснить, ставь четкую задачу. Дед, не надо ничего у него выяснять. Он просто отвезет нас из аэропорта домой. Точно не надо. Уверен? Гриш, ты не против, если я закурю? ЦРУ не предлагало сотрудничество. А наши? Ну, на кого-то же должен работать. Все-таки водитель при посольстве. Чувствую, все они тебя достали. Thank you.
Да. И запомни еще. Если недалеко стоит микроавтобус с тонированными окнами, значит, кто-то тобой интересуется. Дед, здесь нет микроавтобуса с тонированным стеклом. А нафига он нужен, если напротив здания местного КГБ? Одевайся. Рановато они меня отправили кормить лебедей. Я еще чувствую в себе и силы, и достаточно энергии. Чем тебе лебеди не угодили? Тупые, ненасытные животные. Ладно, проехали. Поймай такси. Я хочу видеть, где она работает. Достаточно глупое ощущение. Будто мне 17 лет. Туда. Наслаждайся этими ощущениями, Андрюша. Девушка, которая справа, я так понимаю. Ты как догадался? Да, Калюсь. Кажется, у тебя появился вкус. Здравствуйте. Привет, Ань. Это мой дед, Олег Степанович. Очень приятно. По материнской линии. По отцовской его дед был алкоголиком. И умер от белой горячки. После 68 лет бессмысленной жизни. Ты что, Андрюш? В Армении тоже предки по маме. В Неладах с предками по папе. И нечего тут стесняться. Я ведь правильно говорю? Теоретически, да. Только здесь наоборот. Вот так. В каком смысле? Как правило, в Армении именно родственники по маме по определению бездарные и завистливые интриганы. А по папе... исключительно достойные люди. О-о-о. Вы выбрали? Да. Могу попробовать яичницу с помидорами? Не советую. Нет? Тогда... Нет, я в принципе есть не советую. Просто от нашего повара жена сегодня ушла. И он расстроен. Ну, мне тогда кофе. Причем абсолютно любого. Мне тоже. Я сама приготовлю. В ней что-то есть. Перестань ее сканировать. Чем ты хочешь ее взять? Не знаю. Пока девушка не свободна, есть всего три решения. Каких? Сейчас она выйдет замуж и родит ребенка. Потом еще одного. Но лет так через 15 ей все это постелит. И у тебя появится шанс. Дать ей утраченную свежесть. Очень смешно. Хорошо. Сейчас она принесет кофе, посмотрит на тебя еще раз и поймет, что именно ты ее судьба. Так тоже бывает. Она идет. Анечка, а где гора Арарат? Я что-то сегодня не вижу ее. А она прям вот там, за стеной. Ее не видно просто. А. Поэтому мы довольствуемся видом на оперу. Утром было видно. Да? Да, я ее снимал с самолета. Хотите посмотреть? Да. А? Правда красиво? Очень красиво. А вот с другой стороны, ну, с стороны Турции, ну, совершенно заурядная гора, даже ничего интересного. И там мы тоже снимали? Конечно, много лет назад. Жаль, моей покойной жены не было со мной. Она была больна тяжело, потеря памяти. И было бы несправедливо, жестоко брать ее с собой и что-то показывать. Между прочим, очень вкусный кофе. Спасибо. А есть еще вкусные пирожные. Хотите, принесу? Если можно.
Ну, дед, ты офигел. Моя бабушка не болела. И у нее была отличная память. Прости, моя милая. Этот обалдун не понимает, что сей маленький обман сближает нас с ней почти на подсознательном уровне. Ведь и у нее тоже больная бабушка. Надеюсь, это не оскверняет твою память. Этот обалдуй понимает, что ты изучаешь ее реакции. Ты ее сканируешь, дед. Всегда есть третье решение. Ты о чем? Ее отец востребованный стоматолог. Парень успешный бизнесмен. Она подрабатывает официанткой. Это на что-нибудь тебя наводит? Нет. У нее есть главное — независимость. И мне это очень нравится. Пока. Увидимся дома. Ты куда? У меня дела в городе. У тебя дела в городе? Уходите? К сожалению. А пирожное? А сахар? Скажи, как сердце? В норме. Нашел хорошего кардиолога? Ираклий, кто может заменить тебя? Хочешь, я завтра тебя проверю? Да в норме я. Когда последний раз холестерин сдавал? Не помню. Значит, будем лечить склероз. Очень хорошие таблетки. Будешь принимать каждое утро. Просто так. Давление будет в норме. Да в норме у меня давление, в норме. А как со стулом? Да что ты все про жопу, да про жопу. Ты кардиолог или кто? Я что, не могу просто так, как друг, спросить? Мужчина, а вы куда? Кто ее? Девочка, спокойно. Ну, не блядь, а. Что? Побереги мозги. У тебя сотрясение. В таком состоянии ты вряд ли можешь дать точное определение их сущности. А этот? Ираклий. Ну да, нормально вас об лицо. Ну, кто так делает? У меня завтра пресс... Конференция. Завтра. Он всегда таким был. А я? Мог подождать, пока он уедет. Нет, мог, конечно. Мог и... кредиткой номер не оплачивать. На глазах у жены в этот ясный солнечный день помыл практически сверкающую машину. Мол, смотрите, Чентури едет на блядки. О. Я понял. Привет. Вот, не сиди на холодном. Что-то не так, да? Нет, все в порядке. Я могу идти, если хочется побыть одной. Все хорошо, правда? Слушай, от меня уже много лет не было никакой пользы. И если я сейчас сделаю так, что ты перестанешь плакать, то значит, меня не зря 4 часа продержали в камере. Я вернулся домой именно в эту секунду. Что же должен сделать дипломат, чтобы его посадили в камеру? Я оскорбил честь и достоинство одного сельского полицейского, и все. Зачем? Я разозлился. Я опаздывал, а он нас не отпускал. Меня погубило мое собственное высокомерие. А он ничего не знал о Венской конвенции 61-го года. Это в Армении тоже к дождю? Да. Можно вопрос? Да. А как твоему отцу удалось жениться?
На такой красивой женщине намного моложе себя. Это длинная история. А если сжато? Москва. Трамвай. Угу. Обаятельный ловелас знакомится с 17-летней студенткой. Соблазняет ее. Появляюсь я. Меня привозят в Армению познакомиться с бабушкой и дедушкой. И папа не хочет уезжать в Москву. Мне 23. Браво. Спасибо, что посидел со мной. Пока. Анна, я... Пока. Пока. Ай! Неожиданное развитие. Я просто подвернула ногу. Лола, ребенок подвернул ногу, а твоей радости нет предела. Здравствуйте. Ари Маркер. Опа. Спасибо. Мама. Спасибо большое. Пожалуйста. Пап. Love. Бабушка, с ногой ничего страшного. Она ничего не слышит. Уже 4 года. Угу, еще навязчивая идея появилась, что я ее травить хочу. Потому что у моей мамы хорошо развито чувство самосохранения. Угу. У нее 2 года назад был инсульт. А я в тот момент дома была. Спала просто крепко. Муж все равно решил пришить мне преднамеренное неоказание помощи. Хорошо, что дочь вовремя пришла из института. Клеймо на всю жизнь. Да, потому что когда Вандергот скрыл себе вены, ты вызвала скорую. Ну просто тогда я не спала и на балконе стояла. А все время, когда моей маме плохо, ты спишь? А когда этот голландец... Кстати, очень неприятной для меня ориентации. Резал себе вены, она тут же оказывается на балконе. Сосед наш бывший. Он в вашей квартире жил. До вас. Военный атташе. Из Голландии. Очень приятный хороший человек. Парень. Да, высокий, одевался хорошо. Выходил, видно было. Армянский выучил. Легко. Говорил на нем. А ты не говоришь. Ну, я же понимаю, Роберт. Ну, не говоришь. Роберт, я все понимаю. Ну, не говоришь. Роберт. Осторожно. Не говоришь. Мама! Что, мама? Мама не слышит, как ты не говоришь. Ты знаешь, может быть, поэтому твоя бабушка ее недолюбливала всю жизнь. Пап. Аскан мез болит. Искес отца мерет часкан. Новая версия. Да. Ты знаешь, она только что пришла мне в голову. Кстати, я не знал, что в моей квартире кто-то вскрывал себе вены. Неразделенная любовь. Эленчик. Да нет, все хорошо было до того момента, пока Роберт... Когда Эленчик ушел. Вот. А кто такой Эленчик? Эленчик? Это такой танцор в ночном клубе. Бросил атташе. Да. У него роман с ним был. А когда Еленчик от него ушел к другому, он вышел то... на балкон, да, и вскрыл себе вены. А я там стояла. И с ними я живу 23 года. Выпусти ее в окно. Убей. Папа. Пап, мискси. Раздави. Пап, ну хватит. Ну прихлопни. Пап. Пусть прихлопнет. Нет. Угу. Деспот. Привет. Привет.
Ты разве знаешь армянский? Я видел этот фильм на русском. Тебя что-нибудь беспокоит? Да, все нормально. Кажется, она ушла от своего парня. Что? Ты не представляешь, какая тут слышимость. Причем они так орали. Но, дед, ты же не знаешь армянского. Согласен. Но когда бросают в лицо букет роз, по-моему, это понятно на любом языке. Ты мне что-то не договариваешь. Последний раз так на меня смотрели в конторе перед Олимпийскими играми, когда подозревали в измене. Именно это, Олег Степанович. Я подозреваю вас в заговоре и имею на это все основания. На третий день твоего пребывания в Армении девушка, которая мне очень нравится, вдруг ни с того ни с сего бросает своего друга. Почему это ни с того ни с сего? Он изменял ее в бане. Скажи мне правду, дед. Откуда всплыла эта баня? Помог один парень из внешней разведки. Между прочим, мой ученик. Я что, виноват, что он такой бешеный? Аня милая девушка. Чего ему там не хватало? Разве ты не хочешь, чтобы я тебе помог? Знаешь, для каждого блюда есть свои приборы. Суши едят палками, дед, а борщ ложкой. Что ты имеешь в виду? Что-то я не врубаюсь. Нет, ты очень хорошо врубаешься. Пойду прогуляюсь чуть-чуть. Да, тебе полезно проведаться. Спокойной ночи, дед. Давай. Только чего умеешь, попадешь на необитаемый остров и умрешь с голода. Ты наконец хоть одну рыбу поймаешь? А? Нет, я все-таки не понимаю, Ираклий. Крючок висит. Наживка на крючке. Где это? Гребаная селедка. Где это, мать, форель, а? Там. Где? В воде. Кстати, ноги всегда в тепле держи. В нашем возрасте это очень важно. Да в порядке я, доктор, в порядке. А вода скоро закипит. Может, чай заварим? Пить будем. Мне что, смеяться? Это на твое усмотрение. Здесь твои ФСБшные методы не проходят. Форель не знает, кто ты, что ты, в каком чине. Чистая удача. Поймаешь, не поймаешь. Вот про методы не надо, ладно? Согласен. Красивая ваза была. Ну что, генерал, может, все-таки что-нибудь поймаешь? На, покажи. Как это делают мастера-проктологи? Ты что, сомневаешься? Смотри, расстроишься. Ты что, не веришь, что я поймаю рыбу? Рыбалка не связана с аналитическим умом. Это что, Бог дал или не дал? Та хата была. О, держи. Ты куда, генерал? Да не бери в голову. Степаныч, вернись.
Давидовича. Барик еще. Пока-пока. Пока. Привет. Привет. Ты домой? Да, ты. Я покупал сувениры. Дед собирается обратно в Москву. Он у тебя очень хороший. Ну да. Такой легкий в общении. А кем он работает? Контрразведчик. Кто? Полковник ФСБ. Если к нему это применимо, то бывший. Я думала, что он учитель истории или музыки. Это же, наверное, очень интересно. Да, только не для родных и близких. В каком смысле? Ну, он такой живой детектор лжи. И выяснилось, что макияж оказался мужем моей собственной сестры. Браво. Моей бывшей? Деду. Да. А твой папа? По части поклонников. Всегда одинаково. Это как? Ему никто не нравится. А мама? А мама, наоборот, ей все нравятся. А твои? О, желание женить меня настолько велико, что иногда кажется абсолютно все равно на ком. Наверное, поэтому ранг третьего секретаря я получил, будучи уже трижды рогоносцем. А мы были вместе около года. Я, конечно, подозревала, что это когда-нибудь может произойти, но не думала, что так скоро. А если ты ошибаешься? Они всегда ходят в эту баню. И прокололся не он, а его друг. Если в этом городе ты захочешь чихнуть и спрячешься, все равно как минимум 5 человек позвонят тебе и скажут: будь здоров. Сразу? Угу. Мы почти пришли. Если подойдем вместе, то уже завтра соседи заговорят о том, что не прошло и недели, а я уже с другим. Почему? Местный менталитет. Сначала должен забыться предыдущий роман и вырасти новое поколение соседей. Ты шутишь? Знаешь, чем ты отличаешься от других? Пока нет. Ты не боишься быть непосредственным, а даже немножко смешным. Это здорово. Мы в субботу с коллегами едем в монастырь Татев? Татев. Может, поедешь со мной? Мне там уже много раз было. Хорошо. Тогда, чтобы это не выглядело аморально, от имени российского посольства приглашаю всех твоих родных, в том числе и бабушку. Что скажешь? Мы случайно встретились? Дипломаты никогда не отвечают однозначно. Ответь неоднозначно. Я ждал тебя 3 часа. Давай поедем. Тебе очень идет эта прическа. Угу. И скинчку за ремонт там спасы. Хай санурейков. Баб, чем узун? Артур, я не рестану, че? Что это? Ve halk ne bir gün hakkıydı. Я хотел с тобой поговорить. Мы же соседи. Я вижу, что между вами что-то происходит. И как любой родитель, я должен быть этому рад. Я вижу, что-то мешает вам тоже радоваться. Только одно. Что? А вдруг мой ребенок ошибается? Неужели я самый плохой человек, кого она могла встретить? Я не об этом. О чем тогда?
он есть. Был друг. И он мне нравится. Между ними что-то случилось. Что вы хотите от меня услышать? Люди, они встречаются, расстаются, это же нормально. Нормально, когда они сами понимают, что происходит. Дай им время разобраться. Если после этого они расстанутся, значит, так должно было случиться. Спокойной ночи. Невозможно. Невозможно смотреть на ее жизнь, как смотрит телевизор. И дай Бог, когда-нибудь ты это поймешь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Гриш, тормози. Стой, говорю. Гриш, ты что так тормозишь-то? Я чуть в окно не вылетел. Руслан Викторович, вы сами говорили. Гриша, стой. Останавливаться-то надо плавно. Так и говорить надо плавно. Опа. Да, сахар немного упал. Гриш, спроси, готовы уже? Необходимо будет делать повторный анализ. Подрасти бамуне сахар. Кармамисы. Готовы. А мы встретимся во вторник. Сколько? Встретимся у меня ровно через неделю. Угу. Отлично. Я перезвоню. Осторожно. Что с тобой? Давай вызывай скорую быстро. Скорую быстро! Так, отойдите. Я доктор. Помогите, доктор. Черт. Такое уже случалось? Да, два раза. Пульса нет. Ну как он? Продолжайте делать искусственное дыхание, я сейчас. Скорую вызвал? Да, да, уже едет. Но ты не звонил. Я СМС отправил. Куда ты со своими жирными губами не дурачился? Знаете, мне уже лучше. Здрасте еще раз. А можно мне угостить мою спасительницу чем-нибудь? Например, свининой? Идиот. Идиот. Шикарная женщина. Но родина на первом месте. Не забывай. Гриш, ты номера запомнил? Да. 55 АА 005. Послушай, у тебя пульса не было. У меня учитель хороший был. И больше не лезь ко мне целоваться. Нет, не нравится. Добрый вечер. Добрый. Где-то поблизости сигарет можно купить. Магазин ниже по улице. Туда? Поверьте мне, правда неловко. Невольным свидетелем оказался. Она справится.
Знаешь, внук, я испытываю странное ощущение. Как будто бы меня опять провожают на пенсию. Нет, дед, на пенсию не опаздывают, а самолет сейчас улетит без тебя. Не улетит. Я принимал участие в разработке мер безопасности этой авиакомпании. Что, полиграф, нашел признаки измены? Ты знаешь, утром я вспоминал твои слова. Для каждого блюда есть свои приборы. Я пытался тебе объяснить, что это разные вещи. Иногда на нашем пути мы совершаем ошибки. Просто для того, чтобы быстрее достичь цели. И весь вопрос в том, во что встанет это исправление. Короче, я подставил того парня. Ни бани, ни тем более измены не было. Я люблю тебя. И черт с ним, если это лупнется на мне. Я совершал всю жизнь свои поступки, хорошие или дурные. Это не имеет сейчас никакого значения. Совершай свои. И дай Бог, чтобы твой путь радовал тебя. И всех тех, кого ты любишь. Прости. Красота нереальная. Красота как красота. Что здесь нереально? Светочка, тебе хоть что-нибудь в этой жизни нравится, а? О, Руслан. Не может быть. Опаньки. Ты скажешь, это не судьба? Между прочим, в Москве у тебя жена и двое детей. Я просто напоминаю. Помолчи, совесть. Она, как я выгляжу, а? Так, рассредотачиваемся. Андрюш, бери Анну и дуйте наверх. Как скажешь. Она с мужчиной. Ну да, и он наверняка спит с ней. Счастливчик. Он каждый день трогает ее грудь. Я ее хочу. Может, я ее хочу немедленно. Может, хватит уже, а? Все, исчезни. Своим пессимизмом ты мне все испортишь. И это поведение русского дипломата. Плевать. Привет. Вы спасли мне жизнь, а я даже не знаю вашего имени. Луиза. Руслан. Мой муж Арам. Hello. Угу. Так вам не говорили, что здесь слишком хорошая слышимость? Нет, не говорили. Ну как сердце? Больше не теряли сознание? Нет, не терял. Come on, honey. I have to show you another amazing place. Nice to meet you. Bye-bye. Bye-bye. Пока. Пока. Луиза, who's this fucking guy? Так, давай только без твоих комментариев, ладно? Какая женщина! Я хочу ее!
Красиво, правда? Да. Может, спустимся к церкви? Конечно. Эй, о чем ты думаешь? Об этом? Это была просто попытка. Наверное, мой эгоизм. В смысле? Ну, у меня в жизни еще не было поцелуя, который бы я хотел запомнить. А почему ты думаешь, что именно этот будет таким? Когда ты подвернул ногу, я обрадовался. Я думал, вот это знак. И вдруг ловил себя на том, что я люблю этот двор, эту улицу. Я люблю даже этот город. Я люблю все, что связано с тобой. Что случилось? Твой друг тебя не предавал. Ничего не было. Что? Он тебе не изменял. Это все было подстроено. Откуда ты об этом знаешь? Тебе недостаточно, что я признаюсь? Ничего не было. Ничего. А Ваня? А зачем весь этот театр? Зачем мы тут? Когда хочешь исправить одну ошибку, то начало чего-то красивого становится концом этого красивого. Я не знал, скажу тебе или нет. Ты к этому причастен? Ответь, пожалуйста. Я больше не хочу тебя видеть. Никогда.
Андрей Родионович, а что за скандал в нашем посольстве в Армении? Не слышали ничего об этом? Марина, я уже несколько месяцев не работаю в Ереване. Заходи. Так вы что-то про это слышали? А гражданин Америки Арам Хачатрян записался на прием к сотруднику российской дипмиссии в Ереване и, попав туда, пытался выкинуть нашего сотрудника из окна третьего этажа. Я ничего не слышал об этом. Наверное, какой-то псих. Нет, не псих. Он уважаемый человек, фотограф. Просто накануне его жена, она получила необъятный букет роз. Руслан Викторович Борисов. Вы, кажется, его хорошо знаете. Да, хороший человек. Ценный сотрудник. Был моим шефом, когда я работал в Армении. Черт. Что с вами? Я просто вспомнил, что у моего деда сегодня день рождения. А что вы хотите от меня? Ну, во-первых, интервью. Полноценное, содержательное интервью. Я обещаю верить каждому вашему слову. И еще, вы же можете помочь каналу с аккредитацией? Ну, я знаю, это ваши компетенции. Мы можем об этом поговорить завтра? К сожалению, канал оплатил гостиницу только на сутки, и ночью я должна быть в Питере. Хорошо. Алло. Да. Кеша. Слушай. Как дела? Все по плану, Олег Степанович. Идем. Не запались раньше времени, Иннокентий. Не переживайте, Олег Степанович. Петя. Да, товарищ полковник. Как у тебя дела? Все четко, Чебурашка на свободе. Какой Чебурашка? Что еще за хрень? Виноват, товарищ полковник. Исправлюсь. Давай без самодеятельности. Скоординируйся с Кешей. Так точно. Вы знаете... Пацифик Меридиан. Это будет настоящий сюрприз. Вы любимая фигуристка моего папы. И моя тоже. Спасибо. Я не могла отказать Родиону Ивановичу. Спасибо. Ирочка... Только знаете, вы, пожалуйста, не обижайтесь, если вдруг папа вас спросит, не изменяете ли вы мужу. Он такой... В каком смысле? Да в том смысле, что с годами он стал невыносим просто. Скотина и мразь, сволочь старая. Родя. Что, не прав, что ли? Да. Мы готовы, ждем подтверждения. Подтверждаю. Понял, работаем. Не переусердствуй. Пройдет как по маслу. Иннокентий, ты всегда был лучшим. Спасибо, товарищ полковник. Явился. С днем рождения, папочка. С днем рождения, Олег Степанович. С днем рождения. Папа, познакомься, это Ирина Лобачева. Очень приятно. Андрей звонил, он задерживается, можем начинать без него. Да, извините. Алло. Это снова я. У тебя есть статус в Женеве? Да, есть. Чанторию туда перевозят. И? У этого гаденыша есть любовница. И? Она там в вашем консульстве работает. И? Что и, что и? У вас же страна большая. Огромная. У вас же есть консульство по всему миру. Вот переведи, может, переведешь ее куда-нибудь в Центральную Африку. Ты изверг. А ты не хочешь приехать ко мне в Батуми? Я сейчас не могу говорить. У меня в гостях известная фигуристка. Какая фигуристка? До свидания. Погоди, погоди. Я знаю ее. До свидания. Послушай, у меня к тебе очень серьезный вопрос. А как в твоей фигуристке обстоят дела? Со стулом. Пошел ты к черту. Не ожидал.
Но это ужасно приятно. Спасибо. Серьезно. Олег Степанович, а между прочим, Ирочку для вас пригласил я. Для вас. Да? Ваш день рождения. Вот и мой номер. Проходи. Спасибо, что помог донести. Это что, наказание за бездарное интервью? А если не секрет, что там? Угадай. Так, чей-то труп, да? Нет. Хочешь посмотреть? Просто у тебя такое загадочное лицо. А. Спасибо. Понятно. Два в одном. Выявить истинного джентльмена, который затем собственными ногами придет к тебе в номер. 100% результат. Если лифт не работает, ни один джентльмен своими ногами никуда не придет. Да. Да. Извините. Третий. А ты все сначала измеряешь приборами? Так, кто тебя подослал ко мне? ЦРУ, параноик. Прости, просто третий размер вызывает у меня чувство тревоги. Сочувствую. Ну что, жучков нет? Нет, жучков нет. Но чувство тревоги осталось. Mm. Так. Все. Что ты делаешь? А ты молодец. Я тебя даже зауважала. Неужели? За что? А ты всех женщин подозреваешь. Очень красиво. Молодец. Слушай, ты начинаешь меня утомлять. Ты определись, либо туда, либо сюда. Пока. До встречи. В каком смысле? Черт. Передумал. Дед. Анна. Привет. Анна, постой. Аня. Ань, подожди. Послушай, они просто перепутали ключ. Прости, я... Да, я все объясню. Ты не должен ничего объяснять. Можешь остановиться на секунду? Послушай, я не знаю, что со мной происходит. Но я знаю, что это пройдет. Ты не удивляешься тому, что мы сейчас встретились? В этом огромном городе именно в эту секунду? Я должна удивляться? Они просто перепутали номер, такое бывает. Скорее всего, это твой номер. Тогда что в нем делаешь ты? Я помог журналистке дотащить ее сумки. Она брала у меня интервью и... Потом я почувствовал что-то неладное и начал искать жучки. Да у нее третий размер груди, а в сумке только камни. И она пыталась соблазнить меня. И... Как эта херня получается? Пока. Ты не понимаешь, что меня подставили? Андрей, кто? Что ты здесь делаешь? Я приехала поступать в аспирантуру. Сдаю документы. Что это меняет? А ты не понимаешь, что я здесь делаю? Развлекаешься. С кем? Эй. Ну и что она сказала? Эй, ты! Что ты ей сказала? Что ты жуткий извращенец. Кто? Я извращенец еще, да? Да вы все здесь! Пока, ребята. Не ори. Извращенец. И ты здесь. Здравствуй. Здравствуй. Зураб Чентурия. Атташе по культуре. Нет, сейчас уже консул в Женеве.
Значит, тебя дед тоже здесь задействовал, да? Дед здесь? Нет, успокойся, его здесь нет. Фу, слава богу. Привет. Просто всякий раз, когда я прикасаюсь к женщине, у меня перед глазами его лицо. Нет, не его. Деда. Ну, представляете, женщина с лицом деда. Так невозможно. Вместо того, чтобы получать удовольствие от того, что я изменяю своей жене, я себя контролирую. Помыл ли я машину? Я за номер заплатил наличными? Я так не могу. Это нервы. Каждый раз ждать стук и знать, что это не обслуженный номер, а это фаза тебе. Сейчас. Зураб, тебе Иракли. Здрасте. Здрасте. Иракли, ты взяла мой телефон? Он уже звонил. И в номер иди. От тебя одни неприятности. Да, Иракли. Простите, кто я? Куда? Ну почему ты не сказал тогда о том, что не знаешь про баню? Что ты вообще к этому не причастен? Она должна была признаться только в том случае, если не сможет тебя соблазнить. Да тут целая операция была. Хочешь, скажу, как называлась? Дед 005. Его любимые цифры. Я вернулась к нему. Только мы не продержались и полугода. Наверное, потому что уже искала в нем то, чего нет. А меня перевели обратно в Москву. Я боялся спрашивать о тебе. Так было проще. Было бы здорово думать, что эта встреча случайна. Сколько же он людей здесь задействовал? Кстати, декан почему-то очень уговорил меня ехать поступать в Москву. Наверное, замешан. Но как они могли догадаться, что я поселюсь именно в этом отеле? Детские игры. А таксист, который привез тебя сюда, наверное, как минимум в ранге майора. Деду ему нравится всегда хвастаться своими учениками. Ты один? Начиная с этой секунды, все, что произойдет, зависит только от нас. Теперь я люблю этот отель. Я. Все, что связано с тобой.